Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим, как вязать вот данный узор. Очень простой вязание этот узор. Он выглядит как бы так объемно. И в то же время он интересно смотрится. Таким узором я вязала детский комбинезончик на мальчика на один годик. Можете посмотреть в моих уроках на моем сайте. Так, вот сейчас я провязала здесь немножко, чтобы вы могли посмотреть. Видите, он как так вот смотрится. Сейчас я вам покажу, как будете вязать с самого первого ряда. Я специально провязала, чтобы вы могли видеть, о чем мы будем говорить. А это изнаночная сторона данного узора, а это лицевая. Я вам покажу его и так, так, так. Начинаем вязать. Для образца наберите 20 петель. Первую петлю мы снимаем, потом провязываете 3 петли изнаночными петлями. Провязали мы 1, 2, 3, 3 изнаночными. Теперь 1 идет петля лицевая. Дальше 2 петли изнаночными. Потом идет 2 петли лицевые. 2 петли изнаночные и 2 петли лицевые. Теперь 2 изнаночные и еще одна изнаночная. Получилось 3 изнаночных. Так, 1 лицевая и 1, 2, 3 изнаночных. Последняя всегда будет изнаночная, это кромочная. Так, теперь мы переходим на изнаночную сторону. Первую снимаете и на изнаночной стороне вяжете. Какую петлю видите, ту петлю и вяжете. Вот мы видим, это идут лицевые. Раз, два. Изнаночная одна. Теперь лицевые. Один, два, три. Теперь изнаночные. Один, два. Теперь лицевые. Раз, два. Изнаночные. Раз, два. Лицевые. Раз, два. Изнаночная одна. И лицевые. Один, два, три. И последняя изнаночная кромочная. То есть на изнаночной стороне вяжете. Какую петлю видите, то и вяжете. То есть под лицевыми петлями вяжете лицевые. Под изнаночными провязываете изнаночные. Так, переходим мы на третий ряд. Следующий ряд вяжете таким образом. Первую снимаете. Дальше. Изнаночная. Одна. Вторая. Так, провязали. Теперь смотрите, вот идет изнаночная на петле и лицевая. Берете эти две петли вот так, снимаете с левой на правую спицу. Теперь берете вот вторую петлю, перекидывайте через первую. Вот перекинули мы. И теперь эту же,
та перекинутая на левую шла, и мы теперь на правую тоже эту вторую петлю ложим. И провязываете лицевой. Вот видите, я сразу провязала. Вот беру вот эту, сразу провязала лицевой, а вторую, вот которую мы перекидывали, изнаночной. И теперь вяжем изнаночные 2 петли. Теперь так, смотрите. Там, где были изнаночные, вот такая полосочка проходит, видите? Там, где были изнаночные петли, вяжите изнаночные. Там, где лицевые, лицевыми. То есть, здесь мы сейчас над лицевыми будем провязывать 2 изнаночные. Над изнаночными 2 лицевые. Теперь над лицевыми 2 изнаночные. Так, провязали. Теперь вяжите 2 изнаночные. Здесь и здесь изнаночная отделяет эту полоску от вот этой змейки. Так, теперь вот мы пришли опять к этой змейке. Мы берем, как я вам показывала, предыдущий вот здесь, 2 вот петли, изнаночную и лицевую. Снимаете на правую спицу. Теперь левой спицей вторую петлю перекидываете через первую. И сажаете эту вторую петлю на левую спицу. И вот мы ее держим, провязываете сразу лицевой петлей. А вторую изнаночной. И вот получается в результате этого вот такая змейка. Так, теперь вяжите изнаночные 2 и тоже последняя изнаночная. Переходим на изнаночную сторону. На изнаночной вяжите. Какой видите, такой и вяжете. То есть первую снимаете, вяжете лицевые, раз, два, вот я вижу лицевые, я и вяжу, 3, изнаночная, 1, лицевые, раз, 2, 3, 4, и изнаночные, раз, 2, лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 1, лицевые, 1, 2, и последняя изнаночная петля. Так. Провязали мы. Теперь следующий ряд. Первую снимаете и вяжете, какую петлю видите, то и провязывайте, за исключением вот этой полосочки. Тут наоборот вяжете. Там, где лицевые изнаночными, там, где изнаночные лицевыми. Тут по 2 петли вяжутся. Вот первую мы сняли. Изнаночная. Раз. Два. Провязали. Лицевая. Изнаночная. Раз. Два. Три. Теперь вот 2 петли изнаночные. Мы провязываем 2 лицевыми. Раз, два. Теперь лицевые мы вяжем изнаночные. Раз, два. Теперь опять лицевые. 2. Опять идут 2 изнаночные. То есть мы вяжем 2 лицевые. Вот мы провязали. Теперь вяжем 2 изнаночные петли. 1 лицевая. И изнаночные. Раз, два, три. Последняя кромочная тоже изнаночная. Вот мы провязали следующий ряд. Теперь
мы вяжем изнаночную сторону. Ту, какую петлю видите, ту и провязываете. В данном случае у нас получается, одну сняли, 3 лицевых, 1 изнаночная, дальше лицевые 1, 2, изнаночные 1, 2, лицевые 1, 2, изнаночные 1, 2, лицевые 1, 2, 3, изнаночная 1, лицевые 1, 2 и последняя изнаночная. Вот мы провязали, переходим. Вот я вам показала. Так, теперь мы вяжем на лицевой стороне, то мы перекидывали здесь на эту сторону, чтобы так змейкой шло, да? А теперь будем перекидывать на эту сторону змейку. Первую снимаете, изнаночная вяжется, 1 и 2 провязали. Теперь нам надо змейку не ровно, чтобы шла, она не будет змейка, да, будет полоска. Мы должны перекинуть вот как здесь, в стороне, видите как? Для этого мы берем. Теперь, то мы брали тогда тут изнаночную крайнюю, а мы теперь берем вот лицевая и изнаночная. Перекидываем на правую. Теперь петлю лицевую сюда перекидываем. Изнаночная остается здесь. Так, теперь провязываем теперь изнаночную одну петлю, а лицевая следующая провязывается. То есть мы ее перекинули, провязали изнаночная, лицевая. И теперь вяжем 2 изнаночные. Теперь смотрите, здесь, где лицевые 2, провязывайте изнаночные. Здесь 2 лицевые. Здесь, где лицевые, были опять изнаночными. И 2 изнаночных теперь. И теперь мы дошли опять до этой змейки. Мы берем лицевую и изнаночную, перекидываем, видите, на правую спицу. Теперь ее подхватываем, вот лицевую, вторую петлю, перекидываем через первую. Так, ложим эту спицу тоже на левую. Вяжем изнаночную эту петлю 1, а следующую вяжем лицевой. И вяжем теперь 1, 2, 3 изнаночные, включая кромочную. Вот мы провязали. Изнаночную сторону вяжете, ту, которую видите, то и вяжете. Первую снимаете и вяжете 2 лицевых, изнаночная 1, лицевые 1, 2, 3. 4, 5, изнаночная, 1, 2, лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, лицевые, 1, 2, 3 и изнаночная. Так, переходим мы в очередной ряд вязать. Вот получается, видите, как получается хорошо. Вот это идет как такая вот объемный рисуночек. Здесь как змейка идет по краям. Между ними изнаночные петли. Так, следующий ряд. Первый снимаете, провязывайте изнаночный 1, 2. Что видите, то и вяжете. 3. И 3 провязали, это лицевой провязываете. Теперь 1, 2 изнаночные. Теперь здесь на полоске мы вяжем, как я говорила, где лицевые лицевыми, где изнаночными изнаночными. Вот 2 лицевые провязываем. Теперь 2 изнаночные. Опять 2 лицевые. Теперь 2
Изнаночные идут у нас. Вот. Еще одна изнаночная, третья. И вот идет одна лицевая, то есть змейка наша. И 3 изнаночные. Так, провязали. Теперь на изнаночной стороне вяжете, как вы видите петлю, то и вяжете. Первый снимаете лицевые, 1, 2. Изнаночная 1, лицевые 1, 2, 3. Изнаночная 1, 2. Лицевая 1, 2. Изнаночная 1, 2. Лицевые 1, 2. Изнаночная 1 и лицевые 1, 2, 3, 4. Так, мы провязали. Вот что у нас получается. Вот такой у нас узор вышел симпатичный. Видите? Вот. Вот такой хороший узор. Теперь будете этот узор повторять с первого ряда. Так же, как мы вязали. И так чередуете. Так, я думаю, тут не сложно, все понятно. Все. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. Не забывайте подписываться. Будет еще много интересного. Всего доброго. Благодарю. До свидания.